Я не вижу его, у меня дерево впереди. Да я не вижу, блядь, мне вперед надо подать. Что я все равно не вижу? Не помнишь. А, он пулемет, Да. Нас летит. Нас летит! Что делать? Что, ниже? О, в нас летит. Нет, мимо. Вперед? Сзади. Пух, под нас легло. Не, в трак у нас уже было попадание. Да пока не скажут стоп, тебе шаг. Ты вперед езжаешь, пока не скажут стоп, и назад езжаешь, пока не скажут стоп. Сколько бронебойных у нас осталось? Хрен его. 20. Услышал, да? 20 штук. Понял. 10 бронебойных под калибром. Есть. 4-1 еще жив. Блин, бинокль конкретно дальше бить. Слышь, пионер. У меня приближение тут в два раза меньше на этом прицеле. Я разверну пока пушку. А, блин, вот он. Я тут свою пушку перепутал с твоим этим магическим взором. Михер докладывает в обычную частоту ДВ. Слышь, пионер, Михер докладывал только что ПДВ на 35,7. Михер, так. Перейди на нормальную ДВ, которая указана. А, наступ. Проверка. Да нормально. Зажгли одну КВ. Где у нас перец сейчас? Альфа 2-3 метка, там КВ осаженная. Да, да, вижу, но это слишком далеко, движешься. Могу выстрелить, конечно, но такое. Сколько КВ-шек уничтожено уже? Один. Там еще возле нее что-то.
Откровение. Это пазик, что ли, наш? Ой, по ней пазик стреляет, прям в упор. Да не она горит сейчас, пазик. КВХ на юге. Мы выбили АМБ, АМБ выбили КВХ на юге. Понял. Совсем на юге. А кого выбили? Да, пазик наш налево укатывается. Нет, это всего до 100. АМБ сожгли 2 КВ. Пардон. Но экипажа должно быть не столько же, сколько у нас. 1-1 жил, одиночки. За АМБ едем. 3-3. Да хорош крутить шар, встань уже. Да, мамонь на связи. Слева от нас стоит. Повтори, куда шаровать? Мы уже едем. Где второй КВ? Ищи второй КВ. Там два в одной точке были. Ну, вон справа, который горит. Пионер, с нами еще моры идут, но у них там потери небольшие. В общем, 3 танка через юг движемся. Что у нас слева ездит? Слышишь это? На 10 часов выкатится. Выкатится, посмотри там. Ну, уже близко, едет к нам, блядь. Это в городе или где? Есть кто живет? Что у меня с пушкой, блядь? Шарк, засунь голову, блядь! Ребята, ау! Да! Живые! Все, вы только остались? А кто спрашивает? Альфа-1-4. Ой, фу, ты 4-1. Альфа-4-1 какой отряд? В городе определенный. Там мы одиночки. Издешься, резерв, переходим. Принято. АМБ, проверка ДВ. Слышно. Движемся с максимальной скоростью.
мелкому? Вот этому вот. А, вон туда. О. На какой частоте ДВ? А отсюда что-нибудь видно? Справа, но потом стреляют все еще. Сзади справа. Куда выпились, я не заметил. На спал могли отстрелить. Но. Нет. Я слышал разрыв сзади справа нас. Азимут. Сейчас я объеду этот лесок. Вот так. У нас слева где-то уже. Вижу, стой. Вертолет. Сейчас, заряжай. Все равно едет, не заметил. Да сейчас. Сейчас, нет, не остановится. Попадание двигателя. Пионер, на связи? Выделили еще один танк, движемся дальше в зону. Пионер, мы в зоне. Как фугасы. Было попадание, нет? Ну в жопу же, блядь. Армагон был. Пионер, какие условия захвата? Так, у нас 11 штук их осталось. Макс, половина брони будет. Принято.